Это программа «Русский мир». Не о политике, а о каждом из нас. Каждый русский храм воссоздает собой град небесный, преображенный Иерусалим, в котором уже состоялась победа жизни над смертью. Но, пожалуй, самым грандиозным воплощением этой идеи стало детище царя Алексея Михайловича Романова и патриарха Никона. Монастырь в честь воскресения Христова, ставший западным форпостом Москвы. Точная пространственная икона Святой Земли, где есть холм Сион, река Иордан, Голгофа и гроб Господень, была построена на месте села Воскресенское. Еще до появления монастыря в окрестностях деревни были храмы в честь Рождества Христова, Преображения и Вознесения. Причем располагались они по отношению к селу Воскресенское тоже в соответствии с топографией Святой Земли. А во время строительства обители при устроении подземного храма по образцу Голгофского холма забил источник, совсем как во времена равноапостольной царицы Елены. Сегодня тысячи паломников приходят сюда, чтобы поклониться кресту вслед за царицей Еленой и нашими благочестивыми предками. Праздник крестовоздвижения – это сразу и напоминание о жертве Спасителя на кресте, и память о радостном обретении того самого древа, найденного равноапостольной царицей Еленой. Орудие казни стало отныне орудием спасения и надежды. Вера помогла любящим ученикам Христа отыскать место, где находилась Голгофа. Крест Господень был поднят и торжественно воздвигнут как символ победы над смертью. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Эти слова из тропаря празднику мы каждый день читаем за утренним молитвенным правилом. Эти же словами мы молимся о сохранении нашего Отечества, чтобы оно защитило народ верующий от врагов внешних и внутренних. Поклоняясь кресту Господню или осеняя себя крестным знамением, мы снова напоминаем себе, что призваны добровольно возложить на себя крест. И не просто принять все уготованное, но постараться преобразить свою жизнь и пространство вокруг. С крестом Господним святыни из Гаденова в эти дни проходит общероссийский крестный ход, который охватывает в том числе и новые территории – Херсонщину, Запорожье, Донбасс. Маршрут его повторяет начертание креста над нашей страной, и в эти дни закончился его первый этап – север на юг. Подробнее о том, как крест Христов побывал в Севастополе и куда крестоходцы направятся дальше, в сюжете моего коллеги Александра Егорцева. Так совпало. Наш крестный ход в память 600-летия явления Гаденовского креста прибыл в Севастополь в очень непростое время. В пятницу, когда мы проходили Запорожскую область, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Протоиерей Сергий Халюта рассказал о явленном в тот день чуде, свидетелями которого стали военнослужащие и спасатели. В штабе находилась икона Федора Федоровича Ушакова, святого праведного адмирала флота российского Федора Ушакова. Эта икона была написана в 2002 году стараниями командующего Черноморского флота Камоедова Владимира Петровича. Был устроен специальный киот, икона была обрамлена в багет. И в красном месте, то есть в самом таком значимом месте штаба Черноморского флота, где каждый военнослужащий может подойти и помолиться, была размещена эта икона. И как раз-таки она находилась в эпицентре попадания ракет. И чудо-то заключается в том, несомненно чудо, что когда разбирали завалы, икона была полностью сохранена. При этом и багет, в котором она находилась, и нижний киот, который был выполнен из дуба, полностью сгорели. Лампада, которая была приобретена, опять-таки, на средства военнослужащих, тоже чудесным образом полностью сохранилась. Эту икону осветил в 2002 году тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний святейший патриарх Московской всей Руси. Эта икона Федора Федоровича Ушакова находилась в штабе на протяжении 21 года. Перед этой иконой мы регулярно совершали
молебное пение. И на этот молебен собирались военнослужащие Черноморского флота. Обязательно молился командующий Черноморского флота. Ну и, конечно, офицеры Черноморского флота, которые получали и утешение, и утверждение, и убеждение в своем ратном служении. И сейчас, конечно, вот это несомненное чудо, свидетелями которого мы с вами стали. Ведь икона написана на холсте, и холст наклеен на фанеру, и он не пропитан никакими противопожарными составами. При том пожаре, который там, в общем-то, происходил, конечно, что бы то ни было, уцелеть было бы невозможно. Но вот Господь сохранил этот чудный образ. В 2014 году, когда начались события русской весны, когда принимались самые важные судьбоносные решения, в том числе и прежде всего в штабе здесь в городе Севастополе Черноморского флота, икона мироточила, благоухала. Это же мироточение и благоухание повторилось 22 февраля в начале специальной военной операции, и 22 февраля – это день рождения праведного воина Федора Федоровича Ушакова. Поэтому, конечно, для нас этот образ является и чудным образом, и образом, который сегодня подтверждает правильность действий нашего народа, нашего президента. Свиток, который держит праведный воин Федор Федорович Ушаков, гласит о том, что «не бойтесь, эти грозные годы пройдут во славу России». И действительно, мы вот сейчас настолько актуальны эти слова праведного воина Федора Ушакова в нынешнее время, они буквально касаются сердца каждого русского человека. Завтра мы икону вынесем для поклонения, ну и впоследствии мы обязательно сделаем киот и будем совершать крестный ход вокруг Севастополя. После обстрела эта икона святого праведного Федора Ушакова из штаба Черноморского флота перенесена в Свято-Владимирский собор усыпальницу адмиралов. Крест Господень установлен на куполе каждого храма, вознесен ввысь, освещая собой окрестности. Большие поклонные кресты устанавливали на площадях, перекрестках и вдоль дорог. И, конечно, каждый из нас имеет свой собственный нательный крестик, реликвию, которая освещает нас и призвана укреплять на пути следования за Христом. Верующему человеку в смертельной опасности подчас не на что больше надеяться, кроме как на нательный крестик, и часто Господь дает тому явное подтверждение. Вспомним хотя бы случаи, когда нательный крестик, ладанка или мощевик спасали бойца от пули или осколка. Ну а военный священник иерей Георгий Шабалов готовится осветить крестики, которые направятся бойцам, решившим принять крещение в зоне СВО. Батюшка, приветствую. Андрей, приветствую. С праздником. Помолимся. Господи Иисусе Христе Боже наш, высоких живын и смиренный презирай. Твои раби недостойни, своя тебе, преклони хам вы сердце наше, гаители се, и смиренно молимся, после небесное Твое благословение на знамение сие крестные, и в окроплении священной воды исполни я Твоей силой крепости к прогнанию разорения всякие дьявольские козни, всякому же носящему на сие верному рабу Твоему дашь быть и защищение души и тела от лица враг видимых и невидимых и от всякого зла и в умножение Твоей благодати. Ты есть освящение наше, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословляется и освящается знамение сие крестное, кроплением воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается знамение сие крестное, окроплением воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается знамение сие крестное, окроплением воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, силой честного и животворящего креста и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Спасибо, Господи. Отче, мы сейчас находимся в храме
при синодальном отделе по взаимоотношениям с вооруженными силами, правоохранительными органами, в главном храме воздушно-космических сил России. Эти крестики, куда они направятся, почему их так много, почему они расфасованы вот по 20-30 в пакетах? Мы знаем, что сегодня в зоне проведения специальной военной операции трудится порядка нескольких десятков священнослужителей, да, то есть военные священники, которые постоянно проходят через синодальный отдел, уезжают, приезжают, и в синодальном отделе они получают все необходимое для выполнения своей задачи. И, конечно, одним из самых таких массовых, да, скажем так, предметов того, что они берут с собой, это как раз-таки нательные крестики, иконки, потому что туда, куда они приезжают, а чаще всего они приезжают в подразделение, где находится несколько десятков, иногда сотни человек, порой даже тысячи человек, и всегда из них находятся желающие принять таинство, принять крещение. У кого-то просто есть желание одеть крестик, будучи, когда он крещеным, да, уже находится. То есть, так или иначе, священник с собой берет сотни крестиков, и вот для удобства они расфасованы. В молитве, когда священники постоянно освящают нательные крестики, да, чтобы крест сей был в защищении души и телу от всех врагов, видимых и невидимых, то есть носящему верному своему рабу. Вот мы молимся, постоянно освящаем, священники постоянно освящают крестики, иконки, раздают их всем нуждающимся, потому что в этом сегодня огромная потребность среди военнослужащих, которые находятся сегодня на передовой и выполняют огромную работу по защите нашего Отечества. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Не будем забывать, что благодать не спасает автоматически, а крест – это не просто оберег. Христианин призван не только носить его на себе, но и своими делами способствовать собственному спасению и спасению ближнего. Предельным выражением этой идеи стало служение апостолов. Они проповедовали каждое мгновение и говорили о Боге везде, где могли. Сегодня уличная миссия остается одним из самых сложных и эффективных способов рассказать о своей вере. О смелых людях, которые не боятся проповедовать открыто. В сюжете Ксении Аксеновой из Костромы. 4 часа пути, и мы оказываемся в старинном русском городе Золотого кольца России, что раскинулся по берегам Волги. Кострома – это и про живописную природу, древнюю архитектуру, духовное наследие и богатую историю. Здесь, на берегах Волги, вдохновение для своих произведений черпал великий драматург Александр Николаевич Островский, для которого Кострома была и малой родиной. Сюда, на набережную, он приходил посидеть в ротонде, которую позже назвали «беседкой Островского». Вот, братец ты мой, 50 лет, я каждый день гляжу на Волгу и все наглядеться не могу. А что, вид необыкновенный, красота, душа радуется. Так писал Островский в своем шедевре «Гроза», стоя на этом самом месте, на этом берегу. Относительно недалеко от беседки расположился настоящий символ города – Ипатьевский мужской монастырь. Именно здесь со своей матерью, монахиней Марфой, жил будущий первый царь династии Романовых Михаил, где вскоре и принял власть. Сюда, отдавая дань памяти, после коронации приезжали и все российские императоры. Наше знакомство с Костромой продолжилось очень интересной встречей. С теми, кто свое свободное время посвящает тому, чтобы напомнить людям о Христе. Это костромские миссионеры. И важная часть их служения – проповедь на улицах. Можно часть пойти по проспекту Мира, там все равно скамейки, сидят люди. А остальные, да, можно парк и куда дальше. Парк и к набережной. И к набережной. И там уже побольше просто людей разойдутся по локации. Да, давайте. В субботний день на улицах многолюдно. Самое время поздравить горожан и гостей города с предстоящим воскресным днем и подарить Евангелие, что станет для многих первым шагом к православной вере. Многие люди, они очень удивляются, да? Почти все, когда к ним подходят неожиданно и начинают разговаривать. Но я хотела бы сказать, что есть один очень важный момент – это исключение навязчивости. Вот это должно быть всегда. Мы просто разговариваем абсолютно искренне, добродушно, стараемся, чтобы человек был не напуган, чтобы человек, мы вошли в доверие к человеку, просто чтобы вот рассказать ему
и поделиться радостью. Мы, православные христиане из Костромской епархии, хотели бы вас поздравить с праздником. 21 сентября был праздник большой и великий, 210-й Рождество, да, Пресвятой Богородицы. И плюс завтра великое событие. Вы костромичи или гости города? Завтра будет освящение Костромского Кремля и приезд святейшего патриарха Кирилла. И в честь этого праздника мы хотим подарить вам Святое Евангелие. Вот, православное Святое Евангелие. Вот. Скажите, пожалуйста, а вы так вот стараетесь, верующие люди, да? Верующие, в храм ходите? Вдохновившись миссией, принять участие в ней решает наш коллега Евгений. Если человек идет навстречу достаточно хорошо, открыто, ну, можно даже, вот, допустим, постараться какое-то семечко посеять вот, в его душе, если он будет отзываться хорошо. Но надо все смотреть по ситуации, наверное, надо вот это попробовать сделать, а потом уже сделать выводы. Попробуем. С Богом. С Богом. Да, нести Слово Божие не так просто, как кажется на первый взгляд. Начать диалог с незнакомыми людьми о сокровенном – личный подвиг. И к непониманию со стороны прохожих миссионер должен быть готов. Ну не переживайте, Евгений, пойдемте подойдем к кому-нибудь другому. Всего вам доброго, хорошего дня. Время Христа, да, и апостолов гнали, и даже палками били, в Деяниях сказано. И Господь в Нагорной проповеди сказал, что если вас погонят, то радуйтесь, веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. И поэтому мы и в этом случае радуемся. Хотя бывало и такое, да, что и нас и гнали, и грубили и прочее, но мы не навязываемся, мы просто говорим, свидетельствуем об истине. А дальше человек решает сам. Путь Алана к Богу проходил в стороне от церкви. Несколько лет он был в числе протестантов-пятидесятников, но в поисках истины нашел ее в православии. Христос воскрес! Хотим поздравить вас с праздником, подарить Евангелие. Вообще, это в двух словах, храм-то посещаете, бываете в храме? Редко. Советую вам прийти обязательно. Очень важно именно успеть прийти к Богу, потому что каждый день может быть последним. Если мы не примиримся с Господом, да, то, к сожалению, выбора у нас там уже не будет. А это на самом деле великое благословение и благодать. Когда ты идешь на миссию, вот каждый раз, и даже сегодня у меня есть, ты чувствуешь, что Господь тебя наполняет, что Господь тебя поддерживает, и что это находится как раз-таки в Его воле. Часто люди, конечно же, воспринимают православие как часть культуры. И, следовательно, отношение к вере соответствующее. Поэтому Евангелие, оно актуально. Людям нужен Христос, людям нужно Слово Божие. Людей нужно научать. Потому что Господь говорит, что не всякий говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет заповеди мои. А для того, чтобы исполнять заповеди, что? Правильно, нужно знать Слово Божие, надо слышать о Христе. А в другом месте апостол Павел говорит, как слышать без проповедующего. То есть мы как раз-таки занимаемся этой деятельностью. Наставник миссионерской группы отец Дмитрий. Идея проповедовать на улицах родилась всего год назад и сразу нашла отклик. Пришло понимание того, что есть люди, которые не могут переступить через порог храма по каким-то разным своим причинам. И необходимо выходить тогда за пределы комфортной нам зоны храма для того, чтобы проповедовать людям. Такая миссия появилась на фоне поста Петра и Павла. Пост посвящен в первую очередь их миссионерской деятельности. И мы решили накануне праздника Петра и Павла вот впервые выйти так вот масштабно на уличную миссию. Мало того, что это понравилось участникам, еще это даже имело отклик у прихожан. Даже те люди, которые не были готовы вот так на улице разговаривать с людьми, они были готовы взять какие-то листовки, поделиться каким-то материалом. Ну и вот таким образом с этого мы начали, а потом это все стало развиваться. И теперь почти каждый день миссионеры собираются в своем небольшом домовом храме Федоровской иконы Божьей Матери. Молятся о мире и спасении, о заблудших и укреплении веры в сердцах людей. И подобно апостолам, идут и проповедуют о Христе, своей жизнью, своими делами, своей верой. И вся исполняя сокровище благих и жизни подателю. Вот мы и познакомились с прекрасной Костромской землей и ее удивительными людьми. И удалось увести с собой не только теплые воспоминания, но и памятный подарок.
Кострома славится еще и черной солью. Ее издревле готовили на Страстной неделе, в чистый четверг. Отсюда ее второе название – четверговая. Мы приехали к нашему знакомому священнику, отцу Александру, который знает, где добыть именно ту настоящую четверговую соль, что готовится по древним традициям, сохранившимся на Костромской земле. Батюшка, здравствуйте. Господь благословит. Да, действительно, Костромская хранимая земля сохранила много благочестивых традиций, в том числе одна из которых – это вот изготовление так называемой четверговой соли, черной соли, которая готовится особым способом раз в год перед Христовым воскресением. На самом деле весь полностью рецепт мы вам рассказывать не будем. Чтобы вы приезжали к нам на Костромскую землю, и обязательно мы вас угощали этой четверговой солью для того, чтобы потом пищу посыпать, вкушать и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Вот такой небольшой подарок. Да, и очень интересно. Спасибо, батюшка. Да. Держите. Помоги Господь. Спасибо вам большое за подарок. Мы с удовольствием вернемся на Костромскую землю. Это программа «Русский мир». Мы продолжим после короткой паузы. Это программа «Русский мир». Не о политике, а о каждом из нас. Московский храм святителя Николая в Заяевском известен с 17 века. И по самой распространенной версии, название этого места восходит к заяевским, то есть зауральским казакам, которые в свое время и пожертвовали икону Николая Чудотворца в будущий строящийся храм. Именно в этом месте мы решили встретиться, общаться с потомственным казаком, художественным руководителем кубанского казачьего хора Виктором Гавриловичем Сахарченко. Приветствую вас, Виктор Гаврилович. Да. Добрый день. Мы с вами встретились в таком удивительном месте, в самом сердце Москвы. Есть настоящее казачье место, храм Николы в Заяицком, Николая Мерликийского. Здесь еще во времена Ивана Грозного останавливались казаки яицкие, уральские, которые сопровождали московских купцов на достаточно опасном пути в Сибирь и туда дальше, и обратно. А вот вообще, что такое быть казаком? Что такое быть казаком тогда? Что такое быть казаком сейчас? Есть ли отличия во времени? Ну, оно бесспорно есть, все не стоит на месте. Да? Есть история отдельного человека, государства, народа и так дальше. Но то, что, скажем, есть и такое общее определение, да, у того же Толстого, скажем, казаки создали Русь. Ну, скажем, мы понимаем, что не только казаки создавали, многие, но, значит, казаки, прежде всего, это воины, в прямом смысле слова, те, которые с оружием в руках, там, с саблями, неважно с чем, да, с одной стороны. Но и с другой стороны, здесь очень важный момент, невероятность, хотя определяющий, то, что казаки православные. Что главная их вера – православие, ибо они служили по вере и правде. Значит, вера наша православная. Поэтому они и носители веры. Это не значит, что у казаков тоже есть, и типа, понимаете, отклонения, мы знаем, староверцы, там есть, так сказать, свои подходы, были какие-то разногласия. Но вот если я беру кубанское казачье войско, вы знаете, оно удивительно. Оно слилось в черноморское войско, да, из бывших запорожских. И, кстати, они были очень православными людьми. И линейные. Здесь были, так сказать, люди разные. Но в конечном итоге между ними была какая-то и духовная распря. Но в конечном итоге они действительно, так сказать, сделали очень много для сохранение России как государства, потому что все казачества, они были по рубежам нашей Родины, да, и, значит, как бы там их был и дом, и семья, и все. Поэтому они всегда были, как говорится, это по-белорусски, на поготове. То есть сабля, ружье, все снаряжение, которое надо для него. Они же сеяли, пахали, но надо защищали. И вся эта наша граница была живой изгородью казачьей. Мало этого, да, если хотите, может быть, самое главное. Поэтому, скажем, вот историю казачества надо знать, само собой. Но наша беда в том, что сегодня мы же, понимаете, люди вот этого периода советского, постсоветского, да,
когда, сказать, не было закона Божия, когда мы оторвались. То есть, в принципе, никто же не изучал там Библию и так дальше. Да, потом мы начали потихонечку. Но мы прошли вот этот безбожный период, и он, конечно, не мог не отразиться. Да, потому что люди ж вникают в то, что есть, какое есть окружение. Если с детства, скажем, у меня мама, так сказать, воспитывала сиротка, у батюшки, который забрал ее шестилетнюю, и она рассказывала, каждый день она видела, что он стоит на коленях и молится, всю ночь и молится, и молится. Это осталось в ее головке. Ей было 6 лет. Он молится, батюшка, и молится, и молится. И потом сама видела, когда этого батюшка арестовали, забрали, понимаете, и причем босиком повели по снегу, она видела, рассказывала, мы все там плакали, рыдали, матушка, и больше не вернулся. Поэтому, скажем, само казачество прошло через много-много испытаний. И, скажем, в общем, оно их дало отлично. И те вызовы, которые были, да, они не могли не отразиться, так сказать, без всяких ошибок. Но, тем не менее, слава Богу, что сегодня возрождается казачество. И, несмотря на все препятствия, которые есть, мы просто абсолютно верим в то, что иначе и быть нельзя. И нам поможет наша святая вера. Мне очень хотелось задать следующий вопрос именно вам, как специалисту по казачеству, прекрасно знающему историю казачества. Некоторые люди, казаки, называющие себя казаками, мне, как человеку просто русскому, говорили о том, что казаки – это другой этнос, что они со мной разного рода племени. Я эту точку зрения не знаю, Андрей. Да, как на нее отвечать? Вы знаете, что эта точка зрения очень противоречит, и это начало вот этого самого раскола. Понимаете? Более того, вот сейчас, вот, как казаки пили, вот сейчас приехали, вот смотрите, любые казаки, неважно, скажем, донские, вот я казак, понимаете, я казак. И сразу, а там, где казак, там еще есть свой диалект, я опять к диалекту. Потом они начинаются от материнского языка, это казаки единый, это не особый этнос, потому что тогда мы это особый этнос будем с вами, да, по крови. Бабушка, прабабушка, а вы знаете, что у вас в роду оказался там кто-то из нерусских, я сейчас даже не буду. А нет, вы не казак, потому что меня... Это измеряется не по вере, понимаете? Да, это измеряется верой и добавим братья во Христе. Да? Как сказать, вот я обращаюсь, скажу, Андрей, вы для меня брат, а Господи, понимаете, брат. Я вас не знаю, первый раз, нет, не первый раз, это неправда. Вижу, ну, часто вижу. Понимаете, мы братья Господи, мы в вере вот отсюда. А если вот по бабушкам, тогда как раз, знаете, рождается новый националист. Вот сейчас, когда казаки, например, только вот самые, а вот я и дальше, казачество, вот я почувствовал, я казак, а вы не казак. То есть казак, как нечто, что-то такое, не надо. Казак хорошо, но то, что вы знаете, что я казак. Сейчас звучит, что я казак, это очень легко потом, да, столкнуться. Что показала история кубанского войскового хора, даже не хора, а казачества. Вы видите, тогда впервые... Вот это линейное, то есть как бы разные казаки. И вот это черноморские. Родовые. Да, они же тоже выясняли, кто. Но смотрите, какой был мудрый царь. Они же их соединили, это 1861 год. Соединили черноморское войско, да, и линейное вместе. Знаете сколько? Ты не так говоришь, надо, ну, здорово дня вали, а ты там, скажем, ну, добрый день. Что за добрый день? Мы сказали, что ты тут? Здорово дня вали. Все, мы враги, будем стрелять. Ты не так говоришь. О чем вы говорите? Это ведет к расколу. Это ведет к внутреннему национализму. Теперь будем вокруг кого-то новый, понимаете, центр появился. У нас сейчас есть пример с Украиной, да? Понимаем, что там разделяется помимо украинцев, не украинцы. Все это, так сказать, действует. Но умело действует, как сказать, с позиции негативно. То есть, как бы, гений зла. Ну, зла, а мы добра. Поэтому нельзя казаков потом, бабушка, прабабушка, по крови. Мы не по крови. Именно мы русские, понимаете? Мы же подчеркиваем это, что вот как приставка. И у нас миссия есть. И эту миссию, да, мы должны исполнить. Некоторое время назад мы работали в Еленовке, это лагерь для заключенных под Донецком, где сейчас содержатся пленные, в том числе азовцы, бойцы запрещенного подразделения АЗОВ, которых взяли в плен в мае прошлого года в Мариуполе.
И состоялось много интересных разговоров у меня, в том числе с таким человеком уже в возрасте, ему за 50 лет. Он называет себя сам родовым запорожским казаком. Да. Позывной у него Терегеря. Да. Вот. И он говорит, я язычник. А я на это задаю вопрос. А вы знаете, что в запорожском казачестве, в запорожском казачьем войске с вероотступниками делали? Вот он попытался соскочить с этого вопроса. Может ли казак быть неправославным? Значит, ну, коль есть те, которые сами себя говорят, что я язычник, значит, могут быть. К великому сожалению, да? Здесь очень важно всем, как это всегда же было, разве, да, если вот берем историю православия, сколько было соборов, сколько там разделений, то, так сказать, те, кто с иконами боролись, то еще там, понимаете. То есть постоянно борьба, борьба тех правых, левых, была борьба. Кто-то откололся, как начиная вот эта уния, которая, да, началась, то, что католики, православные и так дальше. Всю жизнь идет борьба, разделяя власть. Всю жизнь идет опять разделяя власть. Поэтому, конечно, это было, есть и будет. Но побеждать надо только через правду. И правда победит. Что самое главное в нашей песне? Все-таки я говорю сейчас с вами, как и с художественным руководителем знаменитого на весь мир, да, Кубанского казачьего хора, который, наверное, каждый человек в нашей стране, каждый человек, владеющий русским языком, хоть раз слышал. Хоть раз мы, каждый из нас слышал, вне зависимости от возраста, хотя бы одну композицию, песню, исполненную вашим хором. Вот что все мы, самое важное, должны знать о нашей народной песне? О нашей народной песне надо знать, что народная песня – душа народа. Не просто слова и музыка, а душа народа. Во-первых, именно душа народа. Поэтому смотрите, у нас много-много написано литературы по фольклору. И теперь смотрите, вот фольклор, как вот сегодня нам распоряжаться фольклором, включая казачий. Вот смотрите, очень много сейчас работ такие занимаются так. Манера пения, да, манера пения точная. Есть, вот, скажем, костюм точный, там, кинжал, одежда. Понимаете, все вокруг, но как бы ушли в сторону сами слова. Для меня важны, о чем, о ком, о чем мы поем. Поэтому, скажем, мы, как бы, ну, мой подход, я это хор прекрасно знает. Все очень просто. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Евангелие от Иоанна. Вот, поэтому я говорю, все, что мы поем, для нас самое важное слово. Простите тогда, все остальное потом, манера, какие костюмы будут и так дальше. Все это важно, и костюмы важны, и как носили, и как шили. Но это этнография, это как бы другой род. Это вот когда в музее, там в музее нельзя подменить какой-то экспонат, ну, скажем, там грамота Екатерине II, что она дарила навечно казакам земли кубанские, да? Но мы там добавим какой-нибудь золотой бантик, еще не надо. Вот та грамота, как она лежит, немножко самая искореженная, вот так пусть, вот она святыня. А в музыке так не должно быть. Казаки-то пели. Вот я вам сейчас, смотрите, причем она как бы имеет источник какой-то авторский, но смотрите, как в казачестве, я бы сказал так, ну, это программа, манифест. «Прощай мне край», я говорю на кубанском диалекте немножечко. «Прощай мне край, где я родился, где первую жизнь свою выдал». А какая? «Где казаком на свет явился, родной Кубани присягал, где деды, прадеды служили, у пользу русскому царю, за Русь головки положили, коли нужна, отдам свою». Ничего себе! А что, ей голова надо? Жизнь? Да Господи! Представляете, стало менталитетом. Настав тяжелый час разлуки. Я иду за родину служить. Змогли деды? Зумеют внуки. Живот за веру положить. Слушайте, какая программа! Поэтому, когда я вот слышу казаков, они стараются, чтобы точно манера была. Ой, да молодцы! Но смотрите, в Всевеликом войске Донском была капелла, то есть она была казачья капелла. Она пела тогда, естественно, утром и вечером в храме, как положено, но она еще давала, пела та, которая за рамками. Вот смотрите, кубанский войсковой певческий хор, так начало
кубанского хора. Мы родились как войсковой певческий хор в составе, тогда было Черноморское войско, а в 61-м году, 800, да, соединили два войска, мы стали кубанским. Так вот, вот это очень важно. И я, когда пришел работать, я не знал. Ну, я сам казак, мне предложили, мечта с детства была, ура. Я теперь руководитель кубанского казачьего хора. Я же был в сибирском хоре. А когда я узнал историю, что первый художественный руководитель кубанского казачьего хора, он был регентом того хора, который до революции. И потом, а его, кстати, в 1937 году расстреляли. А потом после него другой стал, а он тоже регент. А мне говорили, там до революции был какой-то хор. Мне интересно, какой-то хор был до революции. А когда я туда окунулся, мамочка родная, слушайте, я недостойный быть руководителем этого кубанского хора. Кто я такой? И я вспомнил мою очень верующую маму, которую я аж в консерваторию там закончил, учил по атеизму. Приехал домой, мама встречает меня, ой, божечка, Витя приехал. Я говорю, мама, наука сейчас доказала, что Бога нет. Это я туда говорю так уверенно. Витя, ну не говори, не говори. И вдруг она говорит, я сама Бога бачила. Колхозница неграмотная, как она мала. Представляете, мне сама. А я ж тогда ходил как пуп земли. Вы же понимаете, ну наука доказала. Наука не все может доказать. А наука та же, как и искусство, это все в руках Божьих. И смотря куда. Науку можно перевернуть, шиворот на выворот. И это все остальное. Поэтому, но тогда я. А вот когда у нас случилось в хоре, умер наш, так сказать, в хоре парень. А мы к тому времени, смотрите, мы, например, были на всех континентах, более 100 стран. Это уникально. Точно все вот эти рекорды Гиннесса, мы были такое количество, что просто надо отдельные книги писать. И вот когда у нас умер товарищ, и мы его принесли отпевать в храм, и батюшка, значит, говорит, Виктор Ильич, пожалуйста, хор там, подпойте вечную память. А я говорю, мы не знаем. Вы не знаете вечной памяти. А я, и вдруг я говорю, ну как, вы с вашими знаменитостями, гастролями зарубежными, грош вам цена, понимаете. Да. Мне не то, что стыдно стало, мне жизни хотелось. Потом я понял, что правда, вы своему брату, лежащему в гробе, не можете спеть. Что вы так за хор, понимаете, так? Что мне сказать, я понял, что... Кошмар. Хотя я в это время уже ходил в храм, уже, так сказать, больше, даже, знаете, читал там часы и все это. Вот. Но потом как бы начал переосмысливать. И когда особенно вот это, когда уже приехал к нам святейший патриарх всея Руси Алексей II, вот он побыл там, об этом уже много рассказывалось, он услышал нас, мы ему спели, он такие сказал высокие слова. И сказал, давайте, сколько можно, я понимаю, кто вы есть, ну, хотя бы немножечко в храм. И я тогда всю свою жизнь посвятил тому, что тогда я обращаюсь к истории, чтобы исправить все свои ошибки. И вот тогда я понял свое предназначение. Вот зачем меня Господь ввел туда, сюда, Сибирь, мама, голод, холод. Вот это, мы же жили тоже в окопах и все. И тогда я понял, мое предназначение – хор. А хор, значит, предназначение. У нас было 12 хоров. А где же те все хоры, которые были? Я говорю, в Донском был капелла. У нас был певческий хор. Так вон почему. А его пытались сделать советским там еще. Поэтому как бы свое предназначение, предназначение кубанского хора, своей жизни и жизни. И тогда предназначение самой России. Ну и, конечно, я не могу не воспользоваться таким замечательным случаем, не попросить вас, ваш замечательный хор, исполнить что-нибудь для нашей программы. С превеликим удовольствием. Мы сейчас поем казачью народную песню, которую я сам записал у нас на Кубани. Да? Эта песня называется «За Кубанью огонь горит». Получай!
Это программа «Русский мир». Мы продолжаем. Вековое русское пьянство – один из самых распространенных стереотипов о нашей стране и ее населении. Но появился он сравнительно недавно, в начале 20 века. И поначалу был попыткой оправдать миф об отсталости царской России. А потом, когда советская власть и сама столкнулась с проблемой алкоголизации населения, попыткой оправдания собственной политики. Мол, всегда так было. Но, как мы знаем, не всегда. Индустриализация и разрушение традиционного уклада жизни, атеистическая пропаганда и доступность алкоголя, который стал важной частью государственного бюджета, сделали свое страшное дело. Но виновата ли в этом наша культура и традиция? И так ли мы предрасположены к пьянству, как нам это пытаются навязать? Ответы на эти вопросы узнаем в сюжете моей коллеги Дарьи Ильинской. О русском пьянстве известно всем, но почему-то никто не слышал о склонных к пьянству немцах, французах или американцах. Даже регулярные отчеты Всемирной организации здравоохранения, в которых лидирует отнюдь не наша страна, не могут поставить точку в этом вопросе. Кто решил, что пьянство – наш национальный порог? Большинство европейцев, а тем более американцев, в России никогда не были. А потому с легкостью доверяли поверхностным представлениям о нашей стране. Много медведей, снега и вообще всегда холодно. Потому и пьют много. И надо сказать, нация такая непредсказуемая, недружелюбная. Да здесь даже никто не улыбается. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Улыбаемся мы действительно не так часто, как хотелось бы. Но если случается, то от души, как и празднуем. Несколько веков подряд выпивали в России только по большим событиям. И дело было вовсе не в том, что тяжкий крестьянский труд мешал нашим предкам пьянствовать. Просто не принято было. Люди работали в поле, все были чем-то заняты, жили общиной, да, до 20 века 70% населения – это сельское население, где люди жили общиной. Община решала, когда в честь какого-то там сельскохозяйственного или религиозного праздника можно собраться. Никто не пил в одиночку. Поводов поднять хмельную чару было немного. Рождение ребенка, в честь победы над врагом, ну и не чокаясь на похоронах. А на свадебном пиру, как известно, мед, пиво по усам текло, а в рот не попадало. Не попадало, потому что не успевало. Хмельные напитки на основе забродившего меда были в дополнении к щедрой трапезе. И надо отметить, письменных свидетельств, что в Древней Руси пьянствовали, нет. Но вот одно мнение все же сидит занозой в людях неверующих. Как великий князь Владимир веру выбирал, а на православие остановился только потому, что есть и пить не запрещалось. Отношение церкви к алкоголизму было всегда одинаковым. Церковь рассматривает ее как зависимость. А зависимость – это когда у человека мало своей воли. Перед Богом же представать, а Христос в Евангелии четко и ясно сказал, на чем застану, на том и судить буду. Горе нам, если мы в таком состоянии предстанем перед своим судьей. Вот это равноапостольное Владимира особенно впечатлило. Будущего святого потрясла мысль, что земная жизнь не конечна, а у каждого грешника есть шанс на спасение, если он сам этого захочет. Отвергни себя, как бы трудно это ни было, отвергни этого своего больного, этого грешного, тленного, и облекись во Христа, облекись в праведность, в чистоту. И вот тогда будет легче предстать и встретиться со Христом. Уже другой правитель, Иван Грозный, о Христе часто забывал. При нем и появился первый царев кабак. И если простой люд не мог себе позволить напиваться ежедневно, то опричникам не возбранялось. Питейные заведения приносили хорошую прибыль в казну. Поэтому решено было простолюдинам и посадским запретить самим готовить хмельные напитки и самогон. Поить всех без разбора и без закуски можно было только в кабаках. Дальше правители, сменяя друг друга, то запрещали, то разрешали. Водку стали подавать только при Петре. Однако одной рукой государь-император щедро наливал, а другой тут же наказывал. Дебоширам вешалась медаль за пьянство. Она весила до 7 килограмм, имитировала эдакий орден. И с одной стороны общественное порицание и позор, и с другой стороны, представьте, неделю, а то и две, и работать, и спать, и все действия выполнять с 7-килограммовым орденом на груди. Пройдет еще время, и люди станут объединяться в общество
трезвости. И снова начнется борьба. Только теперь уже за то, чтобы народ пил. Ничего личного, просто казна не досчитывалась алкогольных денег. Как только Николай II объявил запрет на продажу водки, моментально увеличились показатели производства. И травматизм на заводах уменьшился. Несмотря на то, что конфликт интересов в этом вопросе остался, страна не стала пьющей. Сухой закон продолжался до 1925 года. Только вот в душе русского человека что-то сильно надломилось. В советское время была предпринята ужасная попытка изменить весь строй человеческой жизни. Тысячелетние традиции были сломаны. Началась урбанизация. Это очень болезненно было во всех странах, не только в России. Везде, где люди переходили от серпа к молоту, да, везде это сопровождалось большими такими перестановками, и не все вписались в эти повороты. В советское время с алкоголиками и тунеядцами государство боролось. Между тем, миф о пьющей стране продолжал жить в западных СМИ, то демонизируя, а подчас и откровенно насмехаясь над самой большой страной. Подогреваемый культурой и искусством, этот образ плотно укоренился и в национальном сознании, что быстро сыграло на руку производителям алкоголя. Краткосрочные периоды массового пьянства действительно были. Но наш народ в этом не уникален, хотя и поизобретательнее других. При Хрущеве стали ограничивать время точки продаж алкоголя, запретили продажи в разлив в кафетериях, в столовых. Так появилась традиция соображать на троих. Да? То есть люди могли купить только бутылку, она разливалась по трем стаканам, по двум стаканам не разливалась. И поскольку часто употребляли алкоголь, ну, где-то в темноте, тайком, под полой вынуждены были люди разливать, разливали по звуку. 21 бульк, одна бутылка. Таким образом, один стакан – 7 бульков. Пережив войны и победы, время безбожия и праздности, Россия не стала лидером в потреблении алкоголя. Даже когда пришла новая беда, страна рушилась, но, несмотря ни на что, выстояла. Остались только отголоски и неизгладимые шрамы, навязанные псевдосвободы. За этим высоким забором находится дом с библейским названием «Ной». Это приют для бездомных людей, которым, несмотря ни на что, был дан еще один шанс на жизнь. Вспоминать, знаете, как-то психологически это невыносимо. Отец выпивал, мать пила. И как-то, знаете, и сам пристрастился. Уходил в такие запои страшные, что, как говорится, ко мне приходили черти в гости. История Петра немногим отличается от сотни других, кто сразу не смог справиться с жизненными трудностями. Рассказывать об этом здесь не любят. Да и что особо расскажешь о семье, дочках, которых у Петра 3, и еще 17 внуков, если все они остались в прошлой жизни, до улицы. В новой его дом и большая семья здесь. Меня все устраивает. У меня есть работа, есть животные. Есть чем заняться. Ну, что еще надо? А так все есть. Мы здесь полностью обеспечены. На улице бомж, он человек просто деградирует. Сюда приходят порой такие люди, ну, уже все. Ну просто что, только смотрят, что у него облик человеческий. Все. И ну, вот порой по полгода, по году порой человека, ну, как-то приводим более-менее назначаем человеческое состояние. Он просто деградирован. Если хочешь помочь обездоленному, дай ему жилье и работу. Так наставлял к милосердию праведный Иоанн Кронштадтский. Пример святого стал главным ориентиром для руководителя приютов Ной. Мы пошли именно по тому, как он сказал. Хочешь помочь бездомному, дай ему жилье и оплачиваемую работу. Вот мы были первые, кто в московском регионе вообще стал вводить оплачиваемую работу. Вот. И, слава богу, среди бездомных оказалось 90% людей, которые трудиться готовы, не отказываются. То есть за деньги они готовы трудиться. И поэтому Москва буквально очистилась от бездомных. Вот уже к 2014 году, когда мы открыли первый социальный дом, уже на улицах осталось в 10 раз меньше уличных людей. А это уже действительно наша национальная черта. Помогать и сплачиваться, когда приходит беда. Больше 10 лет этот Ноев ковчег открыт для всех. Бездомным предоставляется жилье, питание, социальная и юридическая помощь. Матерей восстанавливают в правах и делают все возможное, чтобы они не потеряли своих детей снова и уже навсегда. Алкоголик он может не пить только в случае трезвого окружения. Поэтому очень важно его с улицы выдрать, не оказывать ему там всякие услуги, как сейчас это модно. В первую очередь его надо поместить в трезвое окружение. Это уже, как даже наркологи говорят, хотя медицина полностью расписалась в бессилии против алкоголизма, полностью они ее признали неизлечимой. Вот. Тем не менее, 50% того, что он будет нормально жить, это трезвое окружение. То есть первое, надо его оттуда выдернуть, а второе же обеспечить ему какую-то занятость, какой-то заработок, какие-то
социальные, то есть, в общем-то, чтобы дальше человек уже жил в социальной жизни внутри общины. Есть в общине два главных правила, как заповеди. Не пить и трудиться по мере своих сил и способностей. Трудись в поте лица твоего. Будешь трудиться, у тебя будет и семья, и жизнь наладится. Об этом знают все. Тут даже не обязательно говорить что-то о вере, о Христе. Это элементарные вещи. Просто все так живут. Кто хочет жить, тот работает. Жители дома проверили на себе и подтверждают. Обретая поддержку, заботу и любовь, человек обретает веру, а значит и смысл в жизни. Охота семьи. Чтобы рядом кто-то был. Чтобы можно было о ком-то заботиться, опереться. Вот как-то так вот. Как бы широко ни был распространен миф о том, что пьянство – это наш национальный порог, история говорит об обратном. Русский человек всегда славился широтой души и талантом созидателя. Разве пьющая нация может себе это позволить? Но самое главное – всегда было кому помолиться за нас. Это была программа «Русский мир». До встречи. Увидимся через неделю.